Ребят, на выставке «Орхидеи» 2017 года вот этот башмачок был чемпионом. Я вам показывала его видео, рассказывала про данное растение, что предлагали за него. Сейчас уже и не вспомню точно сколько, нужно будет поискать свое видео за 2017 год. Я вам тогда скажу точно, сколько тысяч долларов, евро предлагали за это растение хозяину. И сейчас вы видите, что такую растюшку, именно ту, которая победила, можно купить всего за 150 евро уже с бутонами. Вообще в этом году очень много на выставке растений с бутонами, с цветоносами. Смотрите, какие цветоносики. Ну, есть растения разные, вы видите, по 150 евро, по 60, по 30. Разнообразные цены, вот по 40 евро с бутончиками есть. И чемпион 2018 года. Цена 200 евро. Такие шикарные листья, блестящие. Растение раскупает. Это первый день выставки. Посмотрите, что осталось.